В городской информационной библиотеке состоялась презентация сборника на историческую тематику. В него вошли книги под названием «Кукши Унгры және Кукшетау Каласы», «Хан Курген, Хазрет Курген Кукшетау» и «Кукшетау аймағындағы жерсу атаулары». Эти ценные труды оригинальны, в них вошли архивные сведения, относящиеся к географической территории Кокшетау, историческим событиям края. Авторы произведения – поэт Кудайберли Мырзабек и кандидат исторических наук Марат Утигенов. Сборник содержит хроникальную информацию и интересные факты. Личность Аблайхана тесно связана с историей Кокшетау. Так мы провели исследования, начиная с давних лет. В первую очередь исследования о Кенесары Касымолы. Позже провели большую исследовательскую работу о Науане Хазрете, собрали исторические данные и провели научную конференцию. В ходе реализации этой идеи были затронуты труды каждого историка-ученого. Очень рады, что мы знакомимся с этими книгами. На самом деле история страны раньше писалась искаженно, высказывались неправильные мнения. В этих же книгах описывается правда. Городской информационной библиотеке вручено 30 экземпляров нового сборника. Кайрбек Тулегенов, Самал Искаков, Алишер Шакубаев, Бекжан Тулебек, Кокши Ахпарат.